Что такое стоматит и как он возникает? Стоматит – это огромная группа заболеваний полости рта, совершенно разной этиологии ее возникновения. Стоматит характеризуется появлением на слизистой оболочке различных афт, язвочек, которые могут вызывать дискомфорт, болезненные ощущения во время приема пищи, прикасания языком и также в спокойном состоянии. Проходят они довольно-таки быстро и без последствий для организма. Для того, чтобы течение стоматита было более комфортным, важно соблюдать ряд мероприятий. Это мягкая диета, надо проводить антисептическую обработку полости рта. Также можно покрывать язвочки различными адгезивными препаратами, которые будут защищать ее от внешних раздражителей. Также есть мази с анестетиками в составе. Если в течение нескольких дней вы не наблюдаете положительные динамики, тогда уже важно и нужно обратиться к специалисту для того, чтобы доктор выявил причину возникновения и назначил комплексную терапию.